Это что за конченая стратегия? Это прям не стратегия, это хуета какая-то. Вроде стримит. Ебать, ты злой. Ну, блин. Он всегда так играл, Ваня? Он даже в армии всегда так играл. Если ты за кругом тебя бегать? Да, если ты всегда в игре с брейком, всегда жди, что он будет тебя из круга обходить. Вот пидорас. Не, ну он забыл. Ладно бы это работало. Но, увы, там эти типы топ-10 занимают, блядь. В чем Роху? Походу не готовили сквады. В соло играть все. Флешка, ты помнишь того типа китайца, который меня все время размайтывал, у меня жопа с него говорит горела. Понял? Говорила? Говорила, да. Китайца че? Нет, у него хотя ник такой был. Епошка. Где... вроде. Где размотывал-то? В армии, в армии. А, в армии не, вообще без понятия. Не вспомню. Да я не могу вспомнить. Ксяоид? Не. Но он почему-то в БГ не играет. Счет взял, что он не играет. Вы что, играли с брейком на одном сервере в армии или что? Да. Часто попадались. Частенько. В армии играл. Это по рейтингу в армии или нет? Да, там дабл. Там был рейтинг. Он почти точно такой же, как тут, на турнире, по сути дела. За киллы давали очень мало, за место много. И если у тебя большой рейтинг, то тебе, короче, даже за победу почти ничего не давали. Там еще зависело от того, каких ты игроков убиваешь. Типа, если ты убиваешь чел, который намного выше тебя в рейтинге, то тебе дохуя прям пытаются давали за это. Ну, это, кстати, норм. Так и с Хейзи мы тоже часто играли. До сих пор помню, как он меня с пулемета зажал, как ракал. Какой Хейзи? По-моему, он Хейз, а не Хейзи. Ну, Хейз, я не знаю. Экзибит. Какой экзибит? Экзибит. Второй броник только. Зачал твою тачку. Тут темка надо кому? Флэш. Не, Хейз, я фанбой Хейза. Реально топ вычел. А тут... Тут откуда потерял? А я, блядь, не знаю. Хули вы тут делаете? Надо пенкиллер, флешка? Да. Где? Че, мы куда идем? На завод пойдем? Есть арморы тут лишние? Тут второй где-то был. Или Виталик взял? Я взял. Могу прицел с 4 дать. Надо. Давай. Скинул. Гол. Блин, да че он не скинулся? Вот я говорю, там, видимо, нормально все. У меня нормально все. И он скинулся. Какой-то баг. Ладно, как скажешь. Блядь, от первого лица неудобно. Кажется, блядь, нихуя не видно теперь. Че за дерьмо? Хаза. Че? Ну мы играли от третьего, на это есть. Спрыгнул с рубки. Бежит обратно, побежал. Там мы внутри завода были вроде. К рубке побежал? Обратно бежит уже в завод, в толстый. Скажешь, если он в гараже будет? Я контролю выход тут. Я не вижу. Ваня кого-то нокнул. Я нокнул этого типа. В заводе внутри есть чел, они воюют, причем. Mm-hmm. Тут чекну сейчас по фастику. Да, там шлепают кого-то. А чел сюда бежит. Убил. Он голый был вроде. Убил прям сразу? Mm-hmm. Нормально сесть. Ну это по нему, походу, с дробовика ебашили. Ну, скорее всего, его друзей. Да-да-да, я... Чел бежит, убил. Он с оружием был. Сразу? Да. Да, он хорошо залутанный. Ну, скорее всего, последний остался. Че? Еще кто-то завод есть? Чистите? Логин, да. Я знаю, то что кекс, мы смотрели. Нет, скорее всего, на заводе больше сейчас никого нет. Но у него пушки, правда, не было. Но все равно, им нужно в следующей катке отыграть лучше, чем Luminosity. И тогда они победят. Будем надеяться. Бежим. Спасибо. Все? Ты закончил? Да. Тишину поймали, пиздюки. Где там полутать? Батя в здании.
Че такой злой? Да. В смысле, это популярная фраза. Ну просто это школа легендарная. А если на дефолт, типа, на дефолт запасной падали, Игорь, или нет? Ой, это я не знаю. Тут не ко мне. Кто там со мной? Свои, да? Я. Yeah. Тут есть какое-нибудь оружие? У меня нет еще. Ну тут СКС типа есть, UMP. UMP возьми. Ну я только лучше СКС взял. Убери СКС. Давай патрики скину на лестнице. Нет. 50 скидываю. На лестнице. Могу прицелок 2 еще дать. Наслед. Давай. Пятых нет тут? Кого? Пятых патриков. Ну, компенсатор нет, на R скинуть надо? Давай. Скинул. В дверях. Я на крышу поднимусь. А вы с Ваней тренились типа сегодня или что? Ну, как сказать. Так. Мы сыграли две катки. Я там в двух. Но в одной я прям вообще специально нафидел читай. В другой не пошло. Да я не знаю, хотел что-то. Пятый патрик и второй армор есть. Да что трениться? Это все равно, блин, игра, типа, как пойдет у тебя. Бывает, что, блядь, заходишь и все. Нам нужно третье место, ты понимаешь? Для чего? Или первое. А что за третье? Блядь, нам хотя бы квал пройти. Нет, наушники. Завтра, блядь, приземлится кто-то рядом с нами. И все, и гг. Ну это, блядь, с тобой приземлиться и мне опять одному тащить, сука. Ну чуть не повезет и все, как бы. Игорь. Погнали тоже ебашить. Чего? Уже поздно все. Вроде. Ну, так у Игоря связи там есть. Разрулит. Когда это будет? Завтра? Да. Ой, завтра знаю. Еще 4 дня. Если вы завтра, конечно, выживете. В этой бане кровавой. В смысле, если выживете? Ну, там вначале, типа, знаешь, рандом. Типа... Ну, квала одна катка. Как он? Квала одна катка, да. Типа, топ-20 проходит, следующий раунд быстро в 5. Что-то такое там, по-моему. Ну, топ-10. Ну, по тиму. Не, как лежать, как ну, лежать 20, до топ-20 да. Я умею. Нихуя ты умеешь... Мне кажется, там все будут так лежать. Ну, вот именно, да. Типа 50 дуо играет, правильно? Да, а да. Там регулярно человек. Да. Да? Так нахуй удался. Да пофиг чё. Тебе не, мышка лишняя не нужна или чё? Нет, зачем она мне? Мне отдашь. Чё ты хотел сказать? Продать. Там, кстати, на другой мост. Или ты хочешь в объезд? Я вообще думал тачку посмотреть. А девятку трогал кто-нибудь? Нет, тачку посмотреть — это норма тема. А, так вот, я недавно с мискликом стартанул на регуляре, меня что-то тошнить начало очень сильно от этого. От вида спины. Я бы девятку полутал. На самом деле, я регуляр более компетитив, как бы это глупо не звучало. Чего? Регуляр в рот ебал. Без обид. А то, что ты когда вот остаешься, например, в первом круге, против тебя всего остается 24 человека, это норм, типа? Просто тебе интересно играть в такие игры? Чё, блядь? Нихуя не слышу из UE. Ребята, могу что? Дать компенс на R. Трясут кого-то нет. Да, кстати, открыто. Охуеть, тир. Ты чё, тормозил-то? Ну, тачку подвести. Такая, блять. Понимаешь, у нас 4 человека. В мотоцикл 4 не сяду. Они пусть сами бутся, ладно, похуй. Ладно, я принял волевое. Посадите там атаку, я пить круг. Нет, не принял. Тут М-ка хорош. Надеюсь, блять. Садитесь. Блять. Чё ты там ругаешься? Да я чуть было не того, не улетел. По бейсболам, кстати, полная хуйня. Меняю аптеки на бейсболы. Ебут меня? Или это вы? Ебут. Еби его, еби. Ровнее веди. Сука. Да-да. Хуй попадешь. Сука, на. Блять, реально не попасть. Я тебя сейчас сам разъебу, где ты там? Вы что, дебилы, блядь? Что за болезнь у вас? Я думал, блять, мы на победу играем, пришел тут пошпилить по потере. То сейчас в ответ буду стрелять. Блять, не сможешь. В смысле, не смогу.
У нас, кстати, только милишные прицелы, если интересно кому-то. О, я, кстати, помню эти кочки. Тут все нормально, все, даже без потерь. А есть хилки у кого-нибудь? Дайте аптеку. А, Ваня потерял немного. А бейсбол есть замен? Ваня потерялся. Кто не поделится бейсболами? У меня ноль. Понял. Где твой мотербайк? Болика на боли. Че, тут есть кто? Ня, не видно. Давай, Виталик. Это разведчик. Гусь? Если есть, то там на доме, наверное, дальше, как обычно. Та-та-та-три-та-та. Я не там свернул. Чуть-чуть. Справа кто-то скрека давал со скал, по-моему. Че, мы их пушим? Того, кто дает? Да-да-да. Они до сих пор стреляются, не вообще. Сейчас с этого. Со скалы, типа, в воде, нет? Я не пойму толк. Тоже. Еще бы останавливаться на скале, на этой воде. На москале? По москале? Да, это именно то, что я сказал. На москале. А ты же игры не стримишь. Да, ну и что? Я все равно могу. Чего? Дружишь? Че? Просто... немного это... А как тут пули летают вообще во время зажима? Как в кейсе примерно или по своей системе? Нет, рандомно. Понял. В кейсе есть рисунки, так сказать, по которым пули летят. Семерочка типа. Ну да, а тут рандомно. Шестерочки. Куда они делись? Они же отсюда откуда-то по нам стреляли. По нам? Даже не по нам было. Не по нам стреляли. Ой, нахуй по нам. Да? Ну это было по мне, значит. Слушайте, у меня такой вопрос. Вижу, тачка с этой тоже с базы едет, как так? Если вы приходите в кафе или ресторан, заказываете похавать себе. Опа, это вне круга. Тут я или стреляю. Наш. Плашка стреляет. Если вы приходите в кафе или ресторан, заказываете похавать, что убираете попить? В смысле... лимонад какой-нибудь. Пивасик там, наверное. Лимонад, напиток или что? Что тебе надо сказать? Ну, напиток какой? Лимонад, наверное, чаще всего. Какой? Какой-нибудь, не знаю. Последний раз или я брал какую-то вишневую херню со льдом и лаймом. Блять. Он тормознул? Да. Ага, они далеко, близко. Нокнул одного. Он один был, по-моему. Точно? Нет. Ну, по-моему, тоже он один ехал. Конечно, блядь, болтать будешь ты его. Поделись бейсболами, слышишь, чел? Подо мной. Все, у нас позиция. Флешка с тобой. Это нормально? Тут нет вроде никого. А, чел на 300 в поле стоит, в вас целит. Лёг. Бил. Чё за бред? Я ничего не понимаю. Бля, мне к своему прицел нужно, мне лишнее только. Возьмёшь меня? Или всех можно взять уж? Я тупо ебашил по прицелу выше него и не попадал. Тупо ебашил по прицелу. Разве он не дальше был? Дальше он был, дальше.
Он же пиздец как далеко был. Да, он дальше был. X4 тут. Давай возьму. Люблю, когда есть X4. Лесу. X2 скинул еще без. Паттерки можно? Какие? Ну, чё? Нельзя. Пятые. Обезболы, редбуллы там. Есть что-то лишнее? Блин, я скинул один киллер, один дринк здесь. А седьмых много у вас? ТХХ. Ноль. Нет, немного. Так а если типа пули летят рандомно в этой игре, то какой смысл вообще зажимать? Ну они рандомно, но по прицелу летят, понимаешь? Ты контроль-то умеешь? Да, куда прицел ведет, туда и пули, не как в КСе. Они в прицел всегда падают, понял? Да. Ну, когда бежишь, нет. А когда идешь? Ей тут. Нет. Остановился на горе на НВ. Близко, да, довольно-таки. Вот этого домика, который на НВ. Находит. Защись. Да, да, слева чел там. У заборчика перебегал. Блять, за листвой хуёв вижу его. Начали. Ну там пока... Не очень интересно, все равно начало, ничего страшного. Он так лег, что ли? По вам дают сзади, да? Для этого... Нет, это мы давали. Так, по мне скряка. Дома? По мне дают. Да. Бля, мы не видим с нашей позиции, как-нибудь вам надо... Из окон по мне дают. Еще прицел. Бля, надо, чтобы вы... Типа, прикрывали. Они нам... Ничего не делали. Они на мне контроль... Меня контроль просто. Мы на поджиме. Я просто только пикаю, и мне по мне сразу дают. Мне тоже дали. Мы только подошли. Я там вроде дал одному в голову. На втором этаже они или где? Да, да, на втором. Я два раза в голову дал. Я в здании. Три раза дал. Одного нокнул с хаехи. Блять, тут снизу кабач. Красавчик. Добить, добить его не хочешь? Я отползу. Не пикай, не пикай. Давай. Пока. Иди к вам вниз спускается, вниз спускается. На лестнице там, не пушьте, на крышу. Нокнул его на крыше. Кабач, поднимешь меня в комнате в этой? Да. Еще я один на втором этаже. Да погоди, с дверь. Мы поднимаем пока Вань. Всяку. Понял. Еще гранату дам. Коби. Давай. Где-то тут на лестнице что ли стоит? Не-не-не. Убил гранатой одного. Там еще есть живой. Добил, наверное. Добил, наверное. Да-да-да, тихо-тихо, там есть. Там есть. Ходи, где пожалуйста, его? Убейте его нахуй! Вы чё дрочите? Блядь, там... Там двое. Меня вообще убил другой кто-то, походу. Ебануться. Прохожу, стреляюсь, помню, падаю. Сзади чел просто стоит АФК. Кайф.